Екатерина Ридникова прославилась в России благодаря череде успешных проектов «Вор», «Диверсант» и другие картины сделали из артистки настоящую звезду, но в 90-е она решила полностью изменить свою жизнь и переехала в США. В Голливуде Екатерина не стала осваивать новые профессии, занялась любимым делом. Она начала покорять местные студии и успела принять участие, например, в «Архангеле» и «Визина смерть». Удачно сложилась и личная жизнь артистки, она связала себя узами брака с продюсером Сергеем Коновым. Долгое время она переживала из-за большой разницы в возрасте с будущим мужем, но впоследствии поняла, что не может сопротивляться чувствам. Звезда экрана родила от мужа сына Лавра и долгое время семья жила в большом особняке в Санта-Монике. Продолжает сниматься актриса и сегодня. Каждый год с ее участием выходит множество проектов. Ради работы Ридникова часто приезжает в Россию, где зрители до сих пор осыпают ее комплиментами за талант и красоту.